чтобы тут вашего не было. Нанесли тут всякой дряни. Репетировать им надо. В клубе надо репетировать. А людям надо отдыхать. Крутая у тебя маза. Так весь реквизит разорить можно. Эх, спектакля не будет. Какой ужас. Как мы нашу Любовь Ивановну подведем. Да заткнитесь вы, паникеры. Ладу, Ладу! Я сам, мне Олег поможет. Я такой порядок наведу, что обалдеть. Молодец, внук. Арми джире парасуды сараперс. Ну ты сил калсу джеремди. Надо мной и так уже, как над маленьким сынком смеется. Ну, бабушка, уезжайте быстрее, я вас умоляю, я же самостоятельный, в 5-м классе учусь. Уезжайте, уезжайте! Ладо, пойдем к тебе порепетируем. Эти паникеры совсем раскисли. А то нас отовсюду гонят, а вечером спектакль. Да я сначала примеры решу, потом квартиру уберу, а потом, пожалуйста, приходите. Уберу. Дед с бабкой заставили, да? А меня никто не заставляет. Когда хочу, тогда и убираю. Никто меня не заставлял, я сам. Айда ко мне, прямо сейчас. Квартиру убирать не буду. Проходите, проходите, у нас еще ремонт. Качалка мешает? Сейчас мы отодвинем даже очень просто. Дима, на место! Не путайся под ногами. Вы в этой комнате ходите или в той? В какой ходите, в той и репетируете. Пара-п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 а. Хотите столовую, пожалуйста, шторы можно и на занавес. Пара-па-па-па-па-па-па-па-па. Прошу! Как захотим, так и устроим, правда, Аглая? А у тебя губная помада есть? У нас все есть. Мама, знаешь, косметика какая? Французская? Конечно. А у моей матери 5 bottles of scan? Пора. Перевожу. 5 флаконов духов. Духи? Нерера! Что, обалдела, что ли? Ты же моя королева-мать, у тебя волосы должны быть седые. Вот, климат называется. Не климат, а клима. Рагинда Чемга, она Рагинда. Ну что, что? Что? Мальчики, гримироваться. Сейчас фролочу седину буду делать. Не надо, я еще не совсем того. И Ладо ругать будут. Никто меня ругать не будет. Ну вот видишь, никто его ругать не будет. Антон, иди гримироваться. Да ну тебя, загримируйся. Мне козел покоя не дает, а ты загримируйся. Какой козел? И
Это Иванушка-дурачок, пароль к принцессе, то есть ко мне на козле приезжает. И с дохлой вороной в руках, чтобы принцессу, то есть меня, развеселить. Антон, развеселить. Да ну тебе! Ворону дохлую для сказки, и ту настоящую достали. А козла куром насмех сделали. Ну такую и не сядешь. Волочи его между ног. Только публика смеяться будет. Да, тоже мне народный умельца. Это твой конь? Нет, не мой. То есть мой. Только я в него давно уже не играю. Что я, маленький, что ли? А он просто так стоит. Он просто так стоит, да? Он просто так стоит. Надо из коня козла сделать. А как же Ладо? А он нам его одолжит. Правда, Ладо? Ну, я же говорила, он же настоящий мужчина. Он просто так стоит, я в него не играю! Хвост? Кто хвост? А ты козлов с такими хвостами видел? А хвост? А хвост? А хвост отрезать можно. Ребят, я лучше домой пойду. А то твои придут, скандал устроят. Никто мне скандал не устроит, я им сам скандал устрою. Мой конь, что хочу, то и сделаю. Вот вам и козёл! Фу, фу, фу! Клей готов! Готов клей! А, только зря животное испортили. Да ну тебя! Тебе все плохо. Фанерный плохо, этот плохо. А по-твоему хорошо, да? Он на черта похож, с которого шкуру содрали. Аглая, Дудкин, где вы там? Аглая, Дудкин, где вы там? Мы вас за часа ищем. Вы что, спектакль хотите сорвать? Мы здесь, в 47-й квартире. Идите сюда. Ладно, идем. Отстаньте от меня. Отстаньте, хватит, хватит. Ой, какой ужас! Пахнет французскими духами со столярным клеем. Стас, иди сюда! Смотри, какого мы тебе козла вместо фанерного сделали. А этому все не нравится. Не, ребят, без меня. На эту дрянь верхом не сяду. Халтура. У моего дядьки козел есть. В сарайчике живет. Живой? Я бы на нем так проскакала. Бодливый чё. Ребят, а дядька позволит? Тихоря возьмем, после отдадим. Вы
Ребят, а вдруг выдерут? Ну и путь, зато постановка нормальная будет. Только козла сейчас надо брать. Дядька до трех пива будет пить, а потом домой вернется. А где бы его спрятать до спектакля? За кого какой-нибудь привязать, вот и все. Не, дядька как узнает, что козла нет, пойдет искать его по всем дворам. А у Фролыча мать и отец по воскресеньям работают, там и рядом. Давай к тебе козла спрячем. Ко мне? Вы что, с ума сошли? Вы ведь знаете, что мне за это будет. Товарищам помочь не хочешь? Вот Сенька знает, что ему попадет от дядки, а не боится для общего дела. Ну, давай к тебе. Я лучше в спектакле участвовать не буду. Ну, козла себя в квартиру не пущу, он тем более ворованный. А голова на плечах у меня еще держится. А я знаю, куда мы козла поставим. Мы его к ладу приведем. Ко мне козла? Точно, к ладу и поставим. Он же не такой трус, как Фролыч. А он, наверное, кричать будет, а соседи? Кричать? А зачем ему кричать? Что он петух, что ли? А соседям не открывай. Нечем по чужим квартирам лазить. Ты хозяин, понятно? Ну, я же говорила, он же настоящий мужчина. Эй, ребят! Ребят, я лучше пойду пообедаю, а вот после... Рабочая сила нужна. Он знаешь, какой здоровый? Немецкую овчарку насмерть забодал. Ладно, пошли. Привет, козел. Сам ты козел. А кто со мной примеры хотел решать? Ты понимаешь, я хотел немножко квартиру убрать, чтоб дедушка с бабушкой ахнули. Ладно, показывай, что там у тебя. Я Аглаю во дворе встретил. И что она тебе сказала? Они тебя до пенсии в квартире не оставят и будут правы. Это все Аглая. Она мне сказала, что я самостоятельный, настоящий мужчина. А знаешь, что она мне сказала? Ну? Она сказала, что ты дурак. Ему скажешь? Ему скажешь, что он самостоятельный, и можно им вертеть как угодно.